Для работы с искусственным покрытием и замены формы я использую бесклеевой сменный файл PubMum в пончике и основу Stalex Pro Expert 20. Для начала работы мне нужно отмерить нужную длину ленты. Благодаря новой удобной упаковке я с легкостью могу оторвать ленту и надеть на основу, после чего перехожу к опилу. Для начала я убираю длину в торце и формирую квадрат. Когда я достигла нужной длины, перехожу на боковые, опиливаю кончики и перехожу на поверхность ногтя. Работаю в одну сторону, а можно даже в любую, потому что это у нас искусственное покрытие. Ну вот, наш ноготок готов.